Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как правильно выбрать шампунь для собаки. Как и людям, собакам тоже необходимо следить за гигиеной. Питомца нужно регулярно мыть и ухаживать за его шерстью. В этом могут помочь различные уходовые средства. Самым необходимым из таких средств является шампунь для собак. Однако подобрать подходящее средство может быть не очень просто. Но не волнуйтесь, мы вам в этом поможем. Итак, представляем вам самые распространенные советы, как правильно выбрать шампунь для собаки. Обращайте внимание на тип шерсти питомца. Существуют ухаживающие шампуни для длинношерстных, короткошерстных, бесшерстных и даже отдельно для белых собак. Также многие производители выпускают шампуни для конкретных пород лающих. Важно подобрать шампунь, подходящий именно вашему питомцу, так как неправильный выбор может не только не улучшить внешний вид шерсти, но и навредить. Обращайте внимание на состояние шерсти и кожи собаки. Возможно, вашему питомцу вместо обычного шампуня понадобится специальный с лечебным эффектом. Например, есть противопаразитные средства и шампуни, помогающие при зуде, вызванном раздражением или аллергической реакцией. Выбирайте шампунь из натуральных компонентов. Лучше всего взять средство без отдушек и красителей. В противном случае можно только навредить животному. Поэтому перед покупкой шампуня внимательно изучите его состав. Перед покупкой шампуня обязательно проверьте репутацию его производителя. Как любой другой продукт, шампунь следует выбирать известные, хорошо зарекомендованные себя марки. Это наиболее эффективный и безопасный способ приобретения качественного товара. Протестируйте шампунь. Когда вы уже выбрали средство, проведите пробные испытания, чтобы убедиться, что собака хорошо его переносит и шампунь дает желаемый эффект без негативных проявлений. Даже если после одного мытья не удалось получить мгновенного результата, не стоит переключаться на другое средство. Следует использовать его несколько раз и только тогда оценивать, подходит ли шампунь вашей собаке. Каковы основные правила выбора шампуня для лающего друга? Помните о них, покупая питомцу уходовое средство. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!